Що ж, друзі, вмостилися на диванчик, це означає, що в нашій студії є гість, якого ми раді вам представити. Тож ми представляємо, сьогодні до нас завітав музикант Костянтин Яршов, вітаємо тебе. Вітаємо тебе в нашій студії, з самого ранку змусили прокинутися як можна раніше сьогодні. Ви знаєте, сьогодні було тяжеле утро, але ми це зробили. И наконец-то в студии. Хотелось бы узнать все-таки, как начиналось твое творчество? Вот когда ты понял, что да, я музыкант, я хочу писать свою музыку и свои песни? Скажем, кануло в детство еще далеко. У меня у отца были друзья-музыканты, которые постоянно приходили, собирались, скажем, на семейных гулянках, играли на гитарах, то есть были профессиональные музыканты, то есть исполняли свои песни, то есть мне это и повлекло на дальнейшее, то есть свое развитие творчества. Вот так бывает хорошо иногда, собираться компаниями, дети потом начинают писать свои песни. Где именно ты учился? Ты самоучка или кто-то тебя учил музыке? Вы знаете, как бы этот путь проделал долгий тернистый, но в принципе и учителя, скажем, были, которые вкладывали в меня знания, то есть и самостоятельно, то есть учился как, скажем, студенты сейчас современные, то есть 90% как бы самообразование. Скажем так. Ну, я хочу сказать, что никому еще оно не помешало, и как показывает практика, самообразование дает больше плоды, чем образование где-то. Да, бывают такие. Мы также знаем, что у тебя была даже музыкальная группа своя. Да, есть. На сегодняшний день я состоял в нескольких музыкальных проектах. На сегодняшний день я играю сейчас в группе Apple Sin. Ну, ребятки уже давно мне известны, то есть пригласили уже давненько, и мы как бы сейчас опять же собрались и начинаем играет, скажем, олдскульный рок такой. У нас будет 3 числа, в принципе, концерт в клубе. Концерт проходит ежегодно, то есть это клуб Корабелов еще. Мы когда учились в НКИ, то есть был у нас такой музыкальный клуб, где мы это все, как бы, свои плоды там выкладывали. Ну, уже прошло много лет, и нас приглашают уже гостями. Нам интересно, то есть, поддержать, как бы, своих там начинающих там друзей, там, в этом плане, как бы, музыкантов. Поэтому поддержим. А 3 числа будет во сколько? И как бы более точно хотелось бы, чтобы те, кто заинтересовались, и зрители могли сейчас узнать. Вы знаете, сейчас в интернете есть афиши разного плана, поэтому можно зайти, как бы посмотреть тот же клуб Корабелов, то есть есть, и там информация, в принципе, выложена. Мы как музыканты приходим чуть позже, то есть нам еще подготовиться, привезти инструменты, да. Но это своя наша, как бы. А по поводу песен, все-таки помнишь какую-то свою первую песню, самую? Вы знаете, я вот сегодня хотел бы сыграть одна из наших первых песен, написанная моим товарищем, он уехал, правда, из страны сейчас, но вот как бы она сегодня прозвучит в эфире. Но это мы услышим буквально через несколько минут, пока есть еще вопросы у нас. Хотелось бы узнать у тебя вот группы, ты говоришь, были, что заставляло, какие причины переходить или создавать новые группы? Вы знаете, наверное, как росли, то есть, да, то есть с возрастом приходили новые мысли, новые манеры исполнения, поэтому мы, скажем, в большей степени оставались одним составом, как бы группу еще сколотили, так скажем, с школьных лет, то есть еще в старших классах у нас уже была группа, когда мы выступали уже на выпускных там балах, так скажем, и впоследствии, то есть продолжение, оно как бы начало перерастать уже в более профессиональное там исполнение. Ну, скажем, занимали разного рода там места, участвовали в разного рода мероприятиях, то есть одни из крупнейших это «Червоная рута», которая проходила, то есть мы были всегда почетными гостями, выступали на ее 20-летие, то есть на юбилее были, было очень весело, интересно, как бы. И вот с группой Apple Sin, которая сейчас играет, то есть мы как бы шли плечо в плечо, то есть практически на всех концертах играли вместе, поэтому какие-то обстоятельства, скажем, семейного характера или разного рода, то есть, ну, повлекли на изменения, да, скажем, допустим, погода в музыкальных отношениях между нами. А, допустим, с группой Пластин мы сейчас крепко сколотили команду, и поэтому сейчас держимся вместе. Смотри, ты говоришь, приходим там поддержать молодежь, выступить. Есть ли у тебя возможность или, возможно, даже желание как-то кого-то обучать, кому-то передавать свое мастерство, возможно, даже писать для кого-то песни? И, возможно, есть такая практика? Вы знаете, была, конечно, такая практика. У меня не один ученик уже был по бас-гитаре. Люди, в принципе, как правило, начинали с нуля свою карьеру, то есть порой даже не зная, скажем, азбуки музыкальной, да, то есть, ну,
я как бы обучал, то есть своим примером показывал, что ничего нет невозможного, все реально, поэтому нужно заниматься. Главное желание и любовь к музыке. Конечно. А я предлагаю тогда послушать эту песню, о которой мы уже говорили, анонсировали, что это будет одна из первых песен, правильно? Да, это, в принципе, наша первая песня, которая, скажем... Какая-то предыстория написания есть? Предыстория? Ну, в принципе, сама песня — это и есть уже история, то есть... Ну все, тогда мы слушаем. Песня называется «Знание». Я хочу сказати реально. Що найголовніше, що включається пісня, одна з перших у репертуарі Кості, я хочу сказати, що вона актуальна навіть сьогодні. Так, реально круто. А скільки було років, коли ти її написав? Ви знаєте, мабуть, лет 17. Реально круто. А що ще інтересно, як би в житті ти общаєшся на русском, але в пісні дуже часто слышу от тебе на українському. Да, ми как бы в своє время продвигали некоторые такие проекты, как бы, скажем, культурной Украины. Uh-huh. То есть нам хотелось тоже показать, что и в Николаеве живут люди, которые так же само разговаривают по-украински. То есть были некоторые там разногласия, да, скажем, по языковым там некоторым uh-huh. моментам. Но на сегодняшний день хочу сказать, мы разговариваем на том языке, на котором нам удобно. Поэтому мы знаем и один, и второй. То есть каждый выбирает для себя. Ну это круто. Хорошая философия реально по жизни. Ну а творчеству не мешает никакой язык. Согласен. Самое главное – это эмоции и чувства. Спасибо тебе большое за то, что сегодня пришел к нам в студию, поднял настроение с самого первого часа нашего эфира. Я думаю, нашим телезрителям тоже. Хотелось бы еще раз напомнить нашим телезрителям, когда они могут прийти и прослушать репертуар вашей группы. Приходите 3 числа, приходите в яхт-клуб. В яхт-клубе, я думаю, услышите, увидите все сами. Ну что ж, найголовніше – це слідкуйте за програмою «Новий день», тому що в нашій постійній рубриці «Афіша» ми вам будемо розповідати про ті події, які будуть відбуватися в місті Миколаєві. І про цю подію також більш детально розкажемо.